Владимир Александрович Пащенко. Машина своя. Поехали вместе с Алексеем Жигулевым. Батюшка, подвези на остановку на трассу. Полунга, ну какая там, Барнаул. Я дорога Алексея учил. Еще. Управлять машиной. Это здорово, конечно. А батюшка говорит, не, Алексей, лучше бы ты сел. Он говорит, ну а когда ему учиться? Ну, надо учиться. Я говорю, батюшка, зато вы, говорю, дремать не будете, будете молиться. Будете молиться, да. Вот и вернулся. Сегодня у нас 5 июня 2021 год, суббота. Ну, надо на машину. Он тебе продал или отдал? Продал. А? Продал за 180. Тысяч? Да. Ну что, она новая стоит 700-800. Да ну не 700 же. Конечно. Даже некоторые говорят дороже. Да поди в рот все. Даже газель наша с завода купленная через перекупщиков, и то 770 только. Да кто-то что? Тонна груза и 7 человек садятся. На Дебунов, а почему я эту машину продал, а другую надо? Там намного лучше. Да, лучше. Ну для города. Для города у него лучше. А у него, отец умер, везти надо на той лучше, конечно. Ну говорят, у Андрея там взять Кадиллака тут. Отвезти. И кто-то выставил ролик такой. Мы у него в комнате сидим. У Игорева отца мать подошла. Я ему говорю, по пузу его, а пузо пузырем. Я говорю, ну, вот болячки-то вот у тебя. Он говорит, нет, это пупочная жира, это грыжа. Пупочная грыжа. Вот там в городе ты бы не чистил. Загнал, тебе бы почистили. Таких чистилок там много. Ветер какой. Володя протяжурка, там большевики. Гусары их называли. А вон она какая. Это первая моя грязь. Да, первая. Да, первая. Как это говорит? А вон она так говорит. Шарика поговорил. Как у комиссарши. Она выпадет все оттуда, грязь и вся светит. Хорошую погоду не будет. А это не зарывайся, сразу же убирай. Ну, посохнет все, да, все, пошли домой. Последний уже. Там то ли сломало ветром, то ли еще, видать, что-то такое. Ветер какой, опрокидывает все. Садил когда-то. Что-то рассердился, приеду, это мои дрова. Ну тут там было. Володя Пащенко. Вот
пятна самая большая. Даже если я покажу, так. Виктор Николаевич Савченко, его кто-то снимает. Такие уникальные.